Смотрите, какой хороший. Ой, нет, не ты. Наташа, и в руках у меня манная каша. Так, ну на самом деле, вот посмотрите, у меня в руках вот такое вот интересное блюдо. Это каша под названием упма. А это йогурт, знаменитый индийский йогурт. В сегодняшнем видео я вам расскажу весь процесс приготовления йогурта. Также я вам расскажу что-то интересное. Вот и очень интересный оригинальный рецепт из манной крупы. Так что желаю вам приятного просмотра. Надеюсь, что видео будет интересным и полезным. Так, посмотрите, что нам понадобится для приготовления этой каши, упмы. Вот мы видим, здесь уже подготовил Насим зелень, лук, довольно-таки много лука, и помидор. Вот в таких вот пачечках продается в Индии манная крупа. Все крупы в Индии пересыпают вот такие вот баночки с плотно закрытой крышечкой пластиковые. Приступим! Ну, приступим! Готовить упму сегодня буду я. Ну, раз он сказал. Так, вот смотрите, вот мы поставили здесь пустую кастрюлю. Подожгли огонь. Ну, все, в принципе, уже готово. Сейчас я наливаю масло, подсолнечное масло. Вот посмотрите, сколько много масла я сейчас налью в эту кастрюлю. Вот целый вот этот вот половник. Наливаем. Ой, уже кастрюля горячая, поэтому оно зашипело. Теперь вот сюда же мы отправляем специю. Вот такая вот специя называется Насим, how called this? What is this? Рай. Рай, так. Я не знаю, как эта специя называется на русском. Ну, я думаю, мои зрители знают. В общем, отправляем эту специю сюда в кастрюлю. Так. Дальше что мы делаем? А, сейчас мы отправляем вот то, что я показывала. Лук и помидор. Onion, tomato. Поджариваем на растительном масле. Помешиваем. Вот так вот мы помешиваем. Теперь вот манка. Вот посмотрите, сколько манки я добавляю. Так, добавляем. Высыпаем сюда манку. И тоже перемешиваем. Ой. Мне не дали прихваточку. Кастрюля горячая. Перемешиваем. Ага, вот. Подали мне вместо прихватки здесь вот такой вот прибор. У меня тут стоит рядом со мной очень много ассистентов. Все волнуются, все переживают. А все хотят, чтобы видео получилось удачно. Ага. Вот, сейчас мы еще Насим подсказал, надо чуть-чуть, совсем чуть-чуть куркумы. Куркума, специя, очень полезная, я про нее уже говорила раньше. Ну и опять же перемешиваем. Слушайте, я сама так переживаю, я первый раз это блюдо готовлю. Не доверили. Это же завтрак, это же не просто, это завтрак мальчиков. Если я испорчу, то что, они останутся без завтрака, голодные. Вот. Насим лишь решил мне немножко помочь. Вот он перемешивает. Очень важно, чтобы не подгорело, надо тщательно перемешивать. Вот, теперь ответственный момент. Смотрите, Насим выливает кипяток. Кипяток выливает. Вот, все забурлило. Теперь вот, смотрите, немножко соли. Ну, как бы даже не совсем немножко, да? Вы видели, сколько соли отправил. Почти целую столовую ложку. И немного сахара. Вот такой вот рецепт.
Вот, теперь дошла очередь до зелени. Все перемешиваем. Ну, вы уже догадались, вот каша загустела, естественно. Манка разбухла, и каша загустела. Так, ну а теперь, пока готовится наша каша упма, давайте посмотрим, как наш повар Насим готовит очень популярный в Индии молочный продукт под названием йогурт. Кстати, в нашем случае не из коровьего молока и даже не из козьего, а из молока буйволиц. Так, и снова мы на кухне. Перед вами уже давным-давно знакомый всем Насим. И у него в руках... Молоко. Вот посмотрите, как интересно пакуют молоко в Индии домашнее. Вот такие вот целлофановые пакетики. Не в баклажке, не в бидончике, а вот такие вот пакетики по литру. Вот 1 литр и еще 1 литр. Мы купили 2 литра домашнего молока. Что бы вы кто подумали, чье это молоко? Это не коровье молоко и даже не козье молоко. Это молоко буйволиц. Так, вот, ну, вы поняли, да? Поставили молоко на огонь. И ждем, пока оно закипит. Да, очень интересно, что в Индии, как все уже поняли, очень-очень много коров, очень-очень много разводят коз. Но чаще всего для молока разводят именно буйволиц. Вот интересно, что родители моего мужа тоже разводят буйволиц. У них в среднем 10-12 голов. Они продают молоко, также они делают из молока масло, йогурт. Вот как раз сейчас мы и займемся готовкой йогурта. Йогурт. Так, сейчас Насим попытается нам объяснить, как процесс приготовления. Насим, давай. Был-был. Был-был. Тогда йогурт. Окей. Ну, в общем, мы поняли. Мне кажется, что Насим очень... У него такой интересный типаж, что он бы вообще супер подошел на роль повара-шоумена, да, вот. Он бы мог спокойно участвовать в каких-то программах на телевидении. Вот если бы ему еще русский язык подучить, потому что он постоянно шутит, да, вот он обожает шутить. Я читала про молоко буйволиц в интернете, и нашла, что оно гораздо лучше усваивается, чем коровье или козье. Но мне лично не очень нравится. Я лично чувствую какой-то специфический вкус. Хотя вот ребенок ест с удовольствием, ну слава богу. Я сама вообще люблю молоко, но люблю коровье. Но, к сожалению, нам не удалось найти коровье молоко. О, ну вот, уже закипело. Вот сейчас уже надо будет выключить газ. Все, и отставили. 30 минут cool. Так, ну, если вы не поняли, Насим объяснил, что... Литр cool. 30 минут примерно мы должны подождать, пока молоко остынет. 15 минут. О, в общем, Насим меня исправил. 15 минут примерно мы должны подождать, то есть молоко должно быть теплым. Не холодным, а теплым. Вот через 15 минут как раз оно достигнет нужной кондиции, нужной температуры. Теплое молоко. Так, ну вот, что мы видим. Молоко у нас уже остыло до нужной температуры. Вот здесь посередине, в этой мисочке, находится йогурт. Уже готовый йогурт. И еще нужна пустая мисочка. Сейчас Насим, вот видите, ложкой, да? Да, окей. Вот. Накладывает несколько ложек йогурта в пустую миску. Перемешивает. Тщательно вот так вот растирает, я бы даже сказала. Растирает йогурт. Так, и сейчас смотрите, вот, видите, он наливает в эту миску молоко. Остывшее молоко наливает и обратно переливает в большую кастрюлю. То есть таким образом он перемешивает. Только так перемешивают.
Смотрите, как интересно. Я даже не знала. Если честно, я первый раз, сколько ему уже, я уже здесь живу, сколько уже этого йогурта переел мой ребенок. А я первый раз смотрю, как это все происходит. Я, честно говоря, думала, это происходит иначе. Вот, вот, видите, сколько он раз вот так вот размешивает, перемешивает. Переливает из мисочки в мисочку. И еще. Назим, how many times is... Вот это да, сколько раз. Так, ну вот, смотрите, вот такое вот у нас получилось молочко вспененное. Вот, сейчас Насим накрывает крышкой сверху и ставит в теплое место на ночь, на всю ночь. Вот сейчас у нас вечер, 8 часов вечера, и завтра утром уже будет готовый йогурт. Но надо обязательно поставить в теплое место. Вот, и мы для этой цели приготовили вот такое вот местечко, вот такая вот коробочка. Там мы укутаем полотенцем йогурт. И завтра утром я покажу, что у нас получится. Вот так вот его укутываем. И ждем до утра. Утро. Ну. Йогурт. Так, ну вот наступило утро. Вот такой вот йогурт у нас получился. Посмотрите, какой он густой. Полностью вот это вот все, вот такой вот консистенции. Я знаю, что многие туристы индийские путают йогурт индийский с кефиром. На самом деле вы сегодня поняли, что это совсем не так. Что йогурт в корне отличается от кефира. И по вкусу тоже. Сейчас я сниму пробу. Вкусный, но слегка кисловатый. Как его употребляют в Индии? Можно, вот, можно уже приступить к употреблению, в принципе. Еще очень вкусное готовят из йогурта ласси. Это молочный продукт. Добавляют туда воду, взбивают. Бывает очень много разновидностей ласси. Бывают сладкие, соленые. Вот. А также еще из йогурта делают очень вкусный питательный салат. Райти, салат, хауко. Райта, извините. Туда добавляют овощи. Вот Насим пытается перечислить, какие овощи добавляются в этот салат. Чем-то напоминает он окрошку. Мне очень нравится. Все, наш завтрак готов. Посмотрите, какая красота получилась. Кашка, йогурт. Я обычно, как уже я уже говорила, что я обычно так не завтракаю. Это, скорее всего, будет доедать мой муж. Но по традиции попробовать на камеру я просто обязана. Тем более я приложила руку к приготовлению этого блюда. Правда, очень вкусно. Очень вкусно. Именно сочетание с йогуртом. Без йогурта было бы не так вкусно. Кстати, еще хочу сказать очень важный момент в Индии, что в Индии принято есть йогурт только по утрам или на обед. Вечером ни в коем случае. Считается, что это тяжелый продукт для вечернего рациона. Я надеюсь, что мое видео вам понравилось, что вам было интересно. Вы узнали что-то для себя новое, какие-то новые рецепты, которые до этого раньше вам были неведомы. Так вот, кому понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь. Кто уже подписался, делитесь моими видео со своими друзьями в соцсетях. Поддержите мой канал. Все, всем спасибо за внимание. До свидания. Пока. Что ты хочешь сейчас пить? Что ты будешь сейчас пить? Как? Ой, ручки тянет. Артур его просто обожает, это ласси. Вот, как вы поняли, из йогурта можно приготовить очень-очень вкусный напиток под названием ласси. Йогурт взбивается с небольшим количеством воды и сахара в данном случае, но можно с солью и с различными специями. Оба варианта очень вкусные. Ну, мой ребенок больше любит, конечно, сладкие ласси. Посмотрите, сколько уже выпил. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Ну, давай уже, допивай. Да, а у нас еще и ласси из молока буйволиц. Мам,
Это очень полезное молоко. Я прочитала, что оно по составу больше всего напоминает материнское. Хорошо усваивается. Там много витаминов, более жирное и полезное. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Что? Скажи, что ты говоришь, Артур? Лосси. Что ты пьешь? Лосси. Ты любишь лосси? Да. Это твой любимый напиток? А ну, спой песню про лосси. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.